начинаем наш урок по английскому языку. Так, начнем с гимнастики, нашей любимой. Для того, чтобы привести мозг в тонус и подготовить его к продуктивной работе, мы перед каждым занятием будем Можно выполнять пока лицевую гимнастику. разминать Наш ноги. мозг чем-то напоминает мышцы. Перед силовыми упражнениями в тренажерном зале рекомендуется Мышки. подготовить мышцы к нагрузке с помощью аэробной Мышки. тренировки. На беговой дорожке или велотренажере мы разогреваем наши мышцы, тем самым снижая риск получить травму. Наш мозг тоже Ножки. нуждается в подобной Хорошо подготовке. говорить К можно счастью, ее разминать. отсутствие не чревато травмами, но продуктивность может Разминать. пострадать. Кольцевая гимнастика – это комплекс упражнений, который позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, с ее помощью мы приводим мозг в ресурсное состояние. Ускоряя кровоток, мы посылаем нашему мозгу дополнительные порции кислорода. А кислород – это один из секретных ингредиентов, улучшающих работу мозга. Во-вторых, мы синхронизируем работу левого и правого полушария, Здравствуйте. то есть логики и творчества. В дальнейшем это облегчит работу с информацией, которую мы будем не только структурировать, но и кодировать с помощью символов. В-третьих, пальцевая гимнастика позитивно сказывается на концентрации внимания. Если на данном этапе у вас есть сложности с удержанием в памяти какой-то информации, то, скорее всего, у вас хромает именно концентрация внимания. Регулярное выполнение упражнений будет Здравствуйте. способствовать улучшению вашей Здравствуй, способности здравствуй. концентрировать Разминаем внимание на пальчики. конкретной задаче. Для Пока. достижения нужного нам эффекта достаточно выполнять упражнения в течение 5-7 минут. Мышки Как только разминаем. вы почувствуете Ань, тепло в меня не затылке, видно? это будет сигналом того, что мы добились нужного эффекта. Наш Мышки мозг готов к разминаем. плодотворной работе. Сейчас повторяйте за мной те действия, которые я буду выполнять руками. Пальчик Разогрейте разминаем. ладони. Разминаем ладони. Убедитесь в том, что ваши пальцы стали достаточно теплыми. От этого будет зависеть их гибкость. Теперь помассируйте уши снизу вверх. Видно, да, что я делаю и что тетя делает? Настала очередь большого пальца. Хорошо, Да. большой палец разминаем. Мы с вами выполним 5 упражнений в рамках пальцевой гимнастики. Важный момент. Каждое упражнение необходимо делать не быстро, но правильно. От этого будет зависеть эффективность нашей пальцевой гимнастики. Мышки разминаем. При выполнении каждого упражнения концентрируйте свое внимание на том, что делают ваши Пальчик пальцы. разминаем. Не стремитесь сделать слишком быстро или несинхронно. Первое упражнение. Камень, Камень, утка. утка, делаем. Вначале одной рукой попробуй. Потом другой рукой попробуй. А Как потом только соединяем упражнение у вас медленно. будет получаться лучше, вы можете добавить немножечко скорости. Второе упражнение. Фига, во. То же самое. Одной рукой попробуй. Другой. И соединяем медленно. Самое главное, смотри на Третье пальчики, чтобы у упражнение тебя – получилось. пистолет, антипистолет. Да, то же самое. Одной рукой пробуем. И соединяем медленно. Ты пробуй просто. Медленно, медленно. Четвертое упражнение – регулировщик. Да, то же самое, одной рукой. Медленно. Пятое упражнение. Вилка, розетка. То же самое. Одной рукой.
самое медленное. Теперь мы готовы к плодотворной работе. Угу. Какое у тебя лучше всего упражнение получилось? Фигово. Молодец. Вот его запомни, каждый день делай. Для того, чтобы привести... Будем другие каждый раз делать, и у тебя все получится, остальное тоже. Молодец. Так, мы сегодня начнем с песенки. Попробуем Duolingo. Если тебе понравится, то мы будем в формате Duolingo заниматься. Так, песенку нашу послушаем. Let's sing the song. Sing – это петь, song – песня. Давай споем песню. Слышно, да? If you're happy and you know it, clap your hands, clap, clap. If you're happy and you know it, clap your hands, clap, clap. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands, clap, clap. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. Я не успеваю. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it. Давай вместе. If you're happy and you know it. Clap. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it, clap your hand. Так, clap, clap your hand. И будем хлопать. Clap your hand. Давай будем вместе хлопать. Clap your hand. Хорошо. И вместе споем. Да, if you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy, if you're happy and you know it, and you know it. Что это значит? Если ты счастлив, счастлив, и ты знаешь об этом, то... Хлопни в ладоши. Clap your hand. If you're happy and you know it. Clap your hand and you know it. You know it. Clap your hand. You can. Okay. Clap your hands. Clap, clap. If you're happy and you know it, clap your hands. Давай еще clap, раз. Clap, if you're happy and you know. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. И сейчас последняя фраза повторяется, а потом добавляется новая. If you're happy and you know it. Clap your hands. Then your face will surely show. If you're happy and you know it, clap your hands. Мы остановим в нужном месте. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it. Then you're... And then know it. Молодец. Then your face... Your face will surely show it. Then your face will surely show it. Then your face will surely show it. We show it. Show it. Show it. Show it. Show it. Да, тогда твое лицо...
тогда твое лицо точно покажет, расскажет об этом. Угу. Then your face will surely show it. Then your face will surely show it. Угу. Ну, в следующий раз помедленнее песенку возьмем. Так. You're happy and you know it, stomp your feet. Stomp, stomp. If you're happy and you know it. Да, if you're happy and you know it, stomp your feet. Stomp your feet. Да, повторяется первая фраза. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you happy, let you know it. Stomp your feet. Stomp your feet. Да, feet. Ноги, ступни именно. Stomp your feet, потопаем. Stomp your feet, stomp your feet. Stomp your feet. You know it, stomp your feet. Stomp, stomp. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and... Да, if you're happy, давай еще раз. If you're happy and you know it, stomp your feet. Stomp your feet. Stomp your feet. Stomp, stomp. If you're happy and you know it, stomp your feet. Stomp, stomp. If you're happy and you know it. Да-да, молодец. If you happy and you know it. Stomp your feet. Stomp, stomp. Stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp. Stomp your feet. Stomp your feet. If you're happy and you know it. Let you know it. If you're happy, let you know it. Then your face will surely show it. Then your face will surely show it. Oh, it. Clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. Stomp your feet. No, stomp. You know it, stomp your feet. Stomp, stomp. Давай пока. Stomp, 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 stomp. Clap. If you're happy and you know it, shout hooray. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray, это ура, кричать ура, ура! If you're happy and you know it, shout hurrah, shout hurrah, shout hurrah, hooray. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! Happy and you know it, stop your way. Hooray! Happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. Давай, подними. If you're happy and happy you know it, if you're happy and you know it, then your face will surely show it. Then your face and you will show will surely show it. Will you surely show it. Okay, okay, good job. Okay. Молодец. You're happy and you know it. Hooray! 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 Это ура, по-английски. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Stomp, hooray! If you're happy and... If you're happy and you know it... Stomp, you can... Oh, If you're happy and you know it... Stomp, you can...
Happy and you know it. Happy. And you know it. And you know it. Mm-hmm. Do all three. Do all three. Three. Сколько? Do all three. 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 Mm-hmm. Do all three. Да, все три сделай. У нас было clap your hands, stomp your feet. Hooray! Clap, stomp, hooray! Clap, 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 stomp, hooray! Clap, clap, stomp, clap, hooray! Stomp, hooray! Mm-hmm. You know it, do all three. Clap, stomp, hooray! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy If you're happy and you know it. If you're happy and you know it. If you're happy and you know it. Then your face will surely show it. Then your face will surely show it. Mm-hmm. Okay. When should we show it? And you know it, do all three. Let's stop, hooray! Okay. Do all three. All three. Three. All three. Да, three. Three. С язычком между зубами. Three. Three. Язычок. Давай как... Three. Как... Змейка пошипим. Пэм, прикуси немножко. У меня не получается, потому что у меня передние зубы выпали. А, понятно. 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 Ну, когда у тебя отрастут, тогда у тебя будет все замечательно. Молодец. Clap, stomp, hooray! Clap, stomp, hooray! Clap, stomp, hooray! Okay, okay. Так. В следующий раз надо помедленнее. Да, тут слишком быстро. Так, попробуем Duolingo. Понравится, то мы будем в нем заниматься. Но мне немного тяжеловато песни учить. Да, вот эта песенка просто она длинная. Ой, не длинная, а слишком, слишком быстрая. А так все хорошо у тебя будет с песнями. Так. Clap, stomp, hooray! Clap, stomp, hooray! Clap, stomp, hooray! Clap, stomp, hooray! Hooray! Так. Clap, stomp, hooray! Давай вместе. Clap, stomp, hooray! Clap, stomp, hooray! Clap, stomp, hooray! Да. Stomp. МП на конце. Stump. Stump. Ну, это слово не такое Америка. Важное. Топать. Угу. Stump. Hooray. Сейчас она. Угу. Прямо-зи-зи. I know this man. I know this man. Я напишу. I know. Мы песенки поучили. Know – это знать. Я знаю этого мужчину. I know this man. I know this man. Угу. Ты умеешь уже писать по-английски? Или еще нет? Нет еще, да? Хорошо.
ну, научишься. I know this man. I know this man. I know this man. Я только читать немного умею. Молодец. А давай скажем, я знаю эту, я знаю кошку. Я знаю кошку. I know this cat. This cat. Окей. Что-то я с утра не то пишу. I know, пропустил. I know this man. I know this man. Мы видим книгу и яйцо. Мы видим книгу будет, и яйцо. Да, видеть будет see. Представляем, мы смотрим на море, оно синее, и мы видим синее море, поэтому see. Видеть, да. Мы это, мы викинги, we викинги, we see. Книгу, знаешь как? Книга. Нет. Book. Да, есть Facebook, это такая социальная сеть, наверное, тоже не знаешь. Facebook знаю. Facebook знаешь, вот, она переводится лицо и книга, то есть это такая электронная книга большая, где можно много-много лиц увидеть. Facebook. Окей. И яйцо. An egg. Окей. Что я? Что же я? Все, надо просыпаться. И у меня просто вчера я тетю отвозил, поэтому еще не проснулся. She knows this man. She knows. У нас было без S окончания, а теперь у нас she knows. Да, she knows. Потому что он, она, оно. Я обычно про змейку рассказываю. Да. Да, this man. Так, пиши. Да, he, she, it. Это у нас они одинокие. Одинокие, поэтому к ним приходит змейка, чтобы их развеселить. It – это любой предмет или животное. То есть вот он к нему, змейка приходит, когда он грустит. Можешь тоже зарисовать себе. Как рисовать? Нет, в тетрадочке себе можешь зарисовать. Ну, в принципе, тут тоже можно рисовать, но если ты нарисуешь в тетрадочке, то у тебя останется с собой. Я сейчас могу... Что мне рисовать? Вот, змейку мы рисуем. Так, вот она, змейка. Такая вот змейка. Она развлекает человека, когда он один. Вот, он один, она одна, и животное тоже одна. Вот, одно или предмет. Так, где у нас мышка? Вот она. Вот. Поэтому к ним приходит змейка, чтобы развлечь. А когда людей много, она боится людей. Много людей боится. Да, а мы не одинокие. Да, рисуем змейку. Вот такая у нас змейка замечательная. И еще нарисуем кошку и книгу, допустим. Па-пам, кошечка. Па-пам. Ну, я по-детски нарисую. Кошечка. И к ней тоже приходит змейка. И книгу какую-нибудь нарисуем.
Фиши. У тебя... Если хочешь, можешь здесь рисовать, но я говорю, самое главное, рисуй у себя в тетрадке. А как? Ну как тут рисовать? А я... А как я, вот тут вот вверху, вверху есть такая карандашик, видно? Карандашик. Покажите нам. Карандашик, вот когда нажимаешь на карандашик, вверху или внизу экрана такое, такая панель, и там должен быть карандашик нарисован. Мы не видим карандаш. Покажите нам его, пожалуйста. Я ваш экран не вижу. Так, ой, что это? Не то. Тогда в тетрадочке. Я потом маме покажу. А мы нашли. Нашли, молодцы. А как да. рисовать? А вот просто надо вводить по экрану мышкой. Вот этой? Вот. Вот. Это я рисую или вы? Нет. Я. Хорошо. Так, вот, надо найти волнистую линию. Вот мы на карандашик нажали, выбираем, что мы будем рисовать. Вот можно рисовать волнистые линии. Вот, получилось. Да, самое главное нарисовать змейку. Змейку нарисовать в виде буквы S. Я уже нарисовала, вот. Да, только чтобы она была похожа на букву S. А тут... Я тоже хочу порисовать. Да, рисуем. Вот попробуй нарисовать в виде буквы S. Вот такой. Вот такой буквы S. Ой, я стер, но тоже похоже на букву S. И она появляется только когда один человек. Или когда рядом животное, или какой-то предмет. Вот это я книгу начал рисовать. Она тоже появляется. А когда много-много-много людей, она убегает, она не любит. Она любит, ну, тет-а-тет общаться. То есть душа к душе, так скажем. Она такая маленькую змейку. Да, вот змейку нарисуй, вот как в виде буквы S. Давай я тебе нарисую букву S, а ты из нее змейку делаешь. Мне просто мама не разрешает на экране рисовать. Хорошо, рисуй тогда в тетрадочке. В тетрадочке рисуй. А я на экране. Ну, тогда в следующий раз договорись с мамой. Порисовать. Да-да-да. А сейчас пока в тетрадочке рисуй. Угу, молодец, молодец. Хорошо. То есть he, she, it, мы добавляем S. Так, по-моему, he knows this man. She knows this man. Угу, или she. She knows this man. Да, she knows this man. She knows, это у нас, она знает. This man. Man, помнишь, что такое? Супермен. Бизнесмен. Mm-hmm. Вот везде, где есть мужчина, мы по-русски называем man. То есть бизнесмен, супермен. Да, вот это man, mm-hmm. это мужчина. Man. Mm-hmm. This man. Man. Mm-hmm. She knows this man. Knows. She knows. Mm-hmm. She knows this man. Mm-hmm. Так, я девочку не дорисовал. Я нарисую, что у нее длинные волосы, чтобы это было похоже на девочку. Па-пам. Па-пам. Да, she knows this man.
Окей. Так, идем дальше. Он видит птицу и яйцо. Помнишь, как видеть? Какое там у нас море было? Какого цвета? Си. Да, си. Он как будет? He, молодец. He knows or he sees, тоже S окончание, потому что змейка тоже его любит. He knows. Давай вместе проговорим. He knows. This man. Да, только не этого мужчину, а птицу. Птицу. Как у нас была птичка, помнишь? На букву B. Bird. Молодец. Bird. A bird. An egg. An egg. He knows this. He knows a bird, and an egg. Яйцо. Egg. Egg. Да, идем дальше. Egg. Так, что? Опять я глагол неправильно написал. He knows this girl. Он видит, sees. He knows this girl. He knows. Опять у нас S окончание. He knows. He knows this girl. Молодец. He knows this girl. Да, пока я пишу, ты скажи, он знает этого мужчину. По-английски. He knows this man. Окей. Так, не главное. Да, а он знает эту кошку. He knows this cat. Okay, good job. Так, мы проверим. He knows this girl. He knows this girl. Girl – это девочка. Он видит птицу и яйцо. Он, как будет он? He. Окей. Видит. Какого цвета у нас было море? Си. Молодец. See. Да, sees. Потому что змейка к нему прибегает, успокаивает его. Sees. Птица. Как будет птица? На Б. Bird. И яблоко. Как у нас знаменитое? Да, молодец, компания Apple. Там надкусанное яблоко. Не зря же оно там есть. А есть еще с червяком. Apple. Давай скажем. He sees a bird, and an apple. He sees a bird, and then an apple. And an apple. Okay. And apple. В быстрой речи вот эта буква D, она проглатывается, поэтому я сразу говорю, как в быстрой речи. Apple. Что я опять неправильно написал? And she sees. Так, все, надо мне душ принять. Она, мы переводили он, она видит птицу и яблоко. She I see sees. A book and an apple. Так, все, слушаем внимательно. I see a book and an apple. Да, I. Кто? I see a book and an apple. I see a book and an apple. I see book a book and an apple. Apple.
Apple. I. Кто это? I. Кто? I. Птица. Да, I это я. Показываю себя. I. 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 See. 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 A море. A book. Book. Книга. And an apple. Яблоко. Apple. I see a book and an apple. I see a book and an apple. Да, буква I всегда, когда про себя, англичане очень себя любят, и они пишут всегда за главной буквой. I see. Тут уже, когда у нас змейки нет. A book and an apple. I see a book and an apple. I see a book and an apple. Okay, I see a book and an apple. I see an apple and an egg. I see an apple and an egg. I see an apple and an egg. I see an apple. I see an and egg. An egg. And an egg. Да. Egg – это у нас яйцо. I see an apple and an egg. And an egg, an apple and an egg. And an egg. Okay. I see an apple and an egg. Egg. I see an apple. А, I see, это вижу, я вспомнил. Да, я вижу. Помнишь, мы смотрели на синее море? I see an apple and an egg. I see an apple and an egg. Да, только один раз. An apple and an egg. Так, пропустил опять. I see an apple and an egg. I see an apple and an egg. Да, an apple and an egg. I see apple and an egg. Okay, good job. She sees a girl. She sees. She sees. A girl. A girl. Что это значит? She sees a girl. Это девочка. Да. She, она sees a girl. Sees a girl. Да, она... Что она делает? Она видит девочку. Okay. She sees a girl. We see a girl. We. Викинги. Кто там были? Викинги. Мы. Когда нас много, мы викинги. Мы все можем. We. Ой, все. We. We see a girl. We see a girl. A girl. We see a girl. Okay, a girl. We see a girl. Как переведем? We? Я вижу. Только когда нас много. Как это будет? We Я. Да, мы. Я и кто-то еще, это будет мы. We. Мы. Можешь представить себя и своих друзей в таких костюмах викингов. We. See. A girl. See a girl, we. Да, a girl. Как переведем? We see a girl. Как мы переведем? We see a girl. We
викинги. Да, мы. 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 Ну какая разница? Ну, большая. Мы не всегда викинги, а викинги не всегда мы. Си. Как переведем си? Си. Что мы делаем? Си. Какое у нас море было? Синее. Да, see, видим, видим. A girl, 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 ты уже знаешь? Girl. Девочка. Окей. We know this man. We, это кто? We. Я еще кто-то. We. Мы. Да. Так, что, сколько? We know this man. We know. We know this man. Mm-hmm. No. Как переведем? No. Нет. Знает. Да. Одинаково пишется, вернее, произносится со словом нет, но в данном случае знает. Мы знаем. This man. We know this man. Сейчас я отвечу и к вам вернусь. А, мам, у меня урок идет. Что-то срочное? Хорошо. Иди, пожалуйста. Так, сейчас. We know this man. This man – это кто? This man. Кто это? This man. Man. Этот man. Man. Кто это? Мужчина. Молодец. Good job. He sees a girl. This is a girl. This is a girl. Mm-hmm. This is a girl. This is a girl. Кто это? This is a girl. Who is it? Это девочка. This is a girl. Okay. Who is it? This is a girl. Кто это? Это девочка. Who is it? This is a girl. Okay. Ой, что? Я опять не то услышал. He sees a girl. He sees a girl. Все. Надо точно A book and an apple. A book and an apple. A book. A book and an apple. Окей. Что это значит? A book and an apple. Яйцо. Book. Facebook у нас был. Что там? Книга. Книга. Угу. Книга. And an apple. And an apple. Apple, яблоко. Окей. Book, a book, and an apple. Окей. She knows this book. She knows this book. She knows. Mm-hmm. She knows. Book – это книга. Mm-hmm. Knows. Что означает? Knows. Вижу. Знает. See knows. Okay. She knows this book. Book. Она знает эту книгу. She knows this book. She knows. She knows this book. Okay. He knows this man. He. Она знает этого мэна. Да, вот это. He. He knows this man. He. He это он. He, он. Отличается одной буквой только. He, she. He knows this man. He knows this man. Mm-hmm. Knows. Это что?
Nosy. Nosy. Знает. Знает, молодец. He knows this man. А давай скажешь, пока я пишу, он знает эту кошку. He knows. Knows this cat. Okay, he knows this cat. Cat. Uh-huh. Okay. We know this bird. We know this bird. Bird. We. Да, нас много. We. Uh-huh. We. Это мы. Мы. We know this bird. Know this bird. Know this bird. This know bird. This bird. Okay. We know this bird. We. We know this bird. Да, я еще кто-то. Это кто? Это мы. Мы? No. Знает. Да, мы знаем. This Bird. Yeah. Bird. Птица. Uh-huh. This bird. И получается, мы знаем эту птицу. Okay, good job. I know this man. I. Это мы. Ой, нет. I. Я. Да, I. Угу. I know this man. Значит, я знаю. Know this man. Угу, я знаю. Кого знаю? Того мэна. Да, мэн — это мужчина. Я знаю. I know this man. Мэн. Помнишь? Супермен, бизнесмен. Везде, то есть человек дело и сверхчеловек. Супермен, сверхчеловек. А бизнесмен — это человек дело. Угу. I know this man. I know this man. Угу. Мы видим книгу и яйцо. Как сказать «мы»? Мы. We. Окей. Видим. Какого неба, какого цвета у нас было море? Море какого цвета? Синего, да. See. Книгу. Как будет книга? Book. A book. Яйцо. And an egg. And an egg. Да. Это у нас и. An egg. Это яйцо. Молодец. And an egg. Окей. Угу. Ну, в следующий раз что-нибудь поинтереснее придумаем. Дуолинго не очень любит. Uh-huh. He sees a bird, and an egg. Птица, яйцо. Да, давай, а теперь скажи сам. Он видит птицу и яйцо на английском. He. Какого там цвета моря мы выглядываем? Sees, окей. B. На B. Bird. И яйцо, and яйцо. And an egg, окей. Okay. He sees a bird. Давай вместе будем проговаривать. A bird and an egg. And an egg. Okay.
An egg. А давай скажем, так, он видит кошку, он видит кошку. Можно я? Конечно. Он? He. Видит. Какого цвета у нас там море было? Sees. Кошку. Cat. A cat. Okay. He sees a cat. А он видит собаку. Помнишь, собака как будет? He sees a dog. He sees a dog. Он видит маму. Мам. Мам? Да. А как на английском мама будет? Мам. Мада. Да, можно mother. А мам это более такой мама, мамочка, мам. Окей, mother. Ну, скажи тогда, я вижу, mother это такой более литературный вариант, так скажем. Ну, давай, скажи тогда mother. Mother. Они почти так не говорят. Угу, да, он видит маму. Он видит... He sees... This... И мама. Mother. Окей. Так. Она видит птицу и яблоко. Она. Была he, а стала... She. She, она видит. Какого цвета там море у нас было? She sees птицу. На B. Boy. A bird and N. Какое там у нас фирма с яблоком? Apple. And an apple. Окей. Давай скажем. She sees a bird and an apple. Bird. She sees. A bird and an apple. Apple, окей. А давай скажем, она видит кошку. She. Какого цвета она там море видит? Seen. Sees кошку. Cat. A cat, окей. Давай еще, пока я переключаю, скажи. Она видит собаку. Все время забываю, как она. She. She. Да, у нас змея шипит, поэтому she, она. She. She. Какого цвета там море? She sees dog. A dog. Okay. He sees a girl. He's a girl. Okay. He. Кто? He. Девочка. Ну, девочка. У меня тут мальчик должен был быть. He, это он. He, что он делает? Видит. Да, по-английски.
Там с морем что-то связано. He sees. He sees a girl. Да, девочку как бы. He sees. He sees a girl. Girl. А теперь давай скажем, он видит кошку. Он видит кошку. По-английски. He. Что он там? He sees a cat. Он видит собаку по-английски. He sees a dog. He sees a dog. Okay, good job. Good job. Ну, в следующий раз мы что-нибудь поинтереснее. Duolingo. Тут мало картинок, поэтому плохо идет. Хорошо, хорошего настроения и замечательных выходных. Спасибо. Bye-bye. Вам тоже. До свидания. Bye-bye. Андрей, спасибо за занятия. Да. Какие-то есть пожелания? Вот, знаете, что... мне кажется, ему немножко вот по часу сложно заниматься. Он вот первые полчаса он прям с интересом занимается, а потом он уже начинает уставать. Может быть, мы сократим немножко до 45 минут занятия. Вот как первый раз у нас самое было. Хорошо, 45 минут. Хорошо. Он просто, ну, ему прям, ну, то есть ему интересно, но он уже начинает уставать. Ну, ну да, надо больше каких-то движений и так далее. Да просто нет, я хотел попробовать деле... Duolingo, как ему пойдет. Видимо, там мало картинок, поэтому... Мы с ним вообще, он когда маленький был, я с ним занималась, он раньше много слов знал. У меня были прям карточки разные, с рисунками, с яркими. И мы с ним, ну, просто учили слова. Он хорошо запоминает, ну, вот ему, да, ему вот песни еще тяжело было, потому что он, ну, как бы, у него хорошо развит слух очень. То есть он запоминает, но он, ну, как в силу того, что не знает язык, да, он просто повторяет набор звуков, то есть они всегда правильно, точнее, чаще всего неправильно, да, ну, понятно, что не сразу же язык учится. Вот, я вот думала, может быть, что-нибудь, ну, попроще, песни, мне кажется. Да, песенки попроще, потому что есть песенки с движениями, там, например, head, shoulders, knees and toes. То есть там ПМ показывает head, shoulders, knees and toes. Ну, запоминается по тому, что показываешь, да, я понимаю смысл. Ну, вот как так, в целом хорошо, ему, ну, ему нравится. То есть у него, ну, вот единственное, да, вот пожелание поменьше, наверное, по времени, потому что все-таки ему тяжеловато уже после хорошо. 45 минут заниматься. Вот, ну и чуть-чуть, да, полегче, вот если песни какие-то, полегче, он не успевает. Хорошо. Ну, алфавит он уже знает, да? Нет, мы не учили с ним алфавит, то есть мы как бы, да, у меня в силу того, что нехватка времени, я не всегда с ним занималась, понятно, пока в декрете сидела, занималась. Понятно. Он алфавит не знает, но мы можем начать учить. Мы с ним начинали учить английский алфавит, поэтому мы можем... Вот вы просто песенки алфавитные просто каждый день смотрите, и все. Особо сильно ему учить не надо. Он легко запоминается в песнях. Ну да, да, это я согласна. Все-таки не как русский алфавит. Хорошо, тогда песни получше. Может, надо что-то там в течение недели повторять или что-то делать, чтобы получше было? Ну да, вот желательно, чтобы он хотя бы несколько фраз в течение дня какие-то сказал. Просто там, видите собаку, вот скажете, this is a dog, он повторит. This is... Ну, вот что видите, что вижу, о том пою. Хорошо. Да,
Ну, алфавит можно каждый день, можно не по разу, там разные есть интересные песенки, там прямо ребенка не начинать больно. Хорошо, я поищу, у меня есть. Ладно, все, хорошо, тогда спишемся насчет следующего урока. А топинг я сегодня, ну, я думаю, что сегодня я уже накупаю блоки какие-то и пишу на свой слова. Хорошо, спасибо. Все, чудесно, тогда на связи. Хорошего дня и отличных выходных. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Bye-bye. Bye-bye. Какой-то лифт у нас не получился. Ой, у меня еще хлопает. Я не вижу себя.